мне нужно постараться опустить руки вниз. Держусь здесь в замке его. И здесь я уже мог отрабатывать коленями. У него нет вариантов, потому что его голова находится под моим контролем. abcshop.su – эксклюзивная продукция для спортсменов. Всем привет, друзья! С вами Городничук Александр. И сегодня в программе мы узнаем защиту от борца, защиту от прохода в ноги, которую нам покажет боец UFC Рафаэль Физиев, которую он использовал в октагоне, где очень качественно накормил своего противника коленями. Рафаэль, это была крутая защита от прохода в ноги. И ты дал комментарий, что это было в тайском стиле. Можешь немного рассказать об этом? Здесь было это от высокорослого бойца это было. Во-первых, я в бою его старался прижимать чуть к стенке. Старался его держать его у стенки, чтобы ему было меньше вариантов двигаться. Он был высокий, ему приходилось сверху вниз как бы проходить в мои ноги. И отсюда, когда он проходил, я старался его просто элементарная, обычная базовая защита. Мне нужно было руки вниз убрать, поймать его вот в этом положении. Когда я ловил его в этом положении, я просто старался сразу же притягивать его к сетке. А если он здесь оставался, то вот эту свою руку я уже вытягивал сюда вниз и старался обхватить его шею вот таким образом. Вот таким образом, потому что это удушающий прием, я могу его нагинать сюда вниз, перехватывать замок и здесь могу его душить. Но он это уже здесь одновременно это все это время я делаю давление на него, прижимаю его к сетке. Поэтому он это прошарил, он начинал сюда вытягиваться уже. Своей же головой я не даю поднять ему голову. И держу здесь в замке его. И здесь я уже мог отрабатывать коленями. Коленями это уже обычный тайский бокс. Коленями я срабатывал, пока он не вытащил. Когда он уже вытащил голову, я вернулся вот в это положение. Дальше поддавливал. Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров. Выносливость и здоровье, травяные капсулы, пучай планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция муай-тай, эксклюзивная экипа, ручная работа, Spirit of a Warrior, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держит под грифом секретно, на сайте abcshop.su. Переходи, ссылка в описании и не забывай подписаться на канал. Здесь много обучалок и реалити-шоу на пролом. Обратите внимание, здесь любой проход в ноги, когда он заходит мне в ноги, мне нужно постараться опустить руки вниз. Вот она моя защита. Здесь я уже становлю, я могу поднять его здесь, вернуться сюда. Если мне надо, я могу уже разрывать здесь дистанцию. Базовое упражнение. Просто опускаем руки, начинаем его вытягивать сюда. Любой боец будет держать пространство здесь, от своей стены, от стены до спины. Он будет держать здесь пространство, любой боец ММА, чтобы ему было удобно срабатывать дальше. Здесь у меня руки. Отсюда я чуть прокручиваюсь. Смотрите, я разворачиваюсь сюда и пытаюсь засунуть свою руку здесь. Таким образом, одновременно я держу его шею, чтобы не мог выйти. И одновременно давлю его туда, к стенке. Одновременно, если он начинает двигаться вправо-влево, пытается выйти, я просто могу идти за ним. Везде за ним. И давление. Здесь все, это... Здесь я его придерживаю. Сюда, голову свою. Все, я просто жестко держу его голову.
здесь я могу смерть. Если он попытается пройти мне в ноги опять, у него нету варианта, потому что его голова находится под моим контролем. Он не может уже ничего сделать, здесь я могу срабатывать. Любой боец начнет подниматься, я дальше что-то уже могу сам делать. С другой стороны, это выглядит таким образом. Руки мои здесь, вот, подмышки, обе руки идут подмышки. Давление на него здесь, сюда, руки под мышками, вот. Тогда здесь я выкручиваюсь, с подмышки рука входит вот сюда, здесь. Здесь уже открывается другая возможность для колен, что до этого колена, что до этого колена сверху, что отсюда, что сюда. Здесь мы уже открывается работа на работу в клинче в тайском стиле. Пацаны, мы видели, как это работает. Это бомба, и такая защита — это уже победа в кармане. После таких колен никому больше ничего не захочется. Друзья, а самое главное, что Рафаэль готов делиться фишками. И он индивидуально тренирует в Тайгер Муай Тай на Пхукете. Потому, когда приедете отдыхать, обязательно заходите на тренировочку к Рафаэлю. А вот его Инстаграм, там очень много полезного и интересного. Переходите, посмотрите. А также, друзья, не забывайте, что на сайте abcshop.su очень много полезного и интересного, о чем вы не знали. Тайские спортивные бальзамы концепции Муай Тай, электролиты, травки, курсы обучения, крутая экипа Spirit of the Warrior и многое другое. Переходите. А также не забывайте поставить лайк, прокомментировать, подписаться на канал. Всем до скорых встреч!